Ну что, начнем? Палетку я вам показала, и видео, которое я поставила предыдущее, я его, конечно, сниму сейчас, после того, как я сделаю глаза. Но это не важно. Палетку вы увидели в предыдущем видео. И сегодня я попробую сделать макияж с этой палеткой Pat McGrath Divine Rose One. Это первая Divine Rose One. И посмотрим, что получится здесь. Очень интересное сочетание цветов. И вообще такая она спокойная относительно второй Divine Rose 2. Посмотрим, что получится, потому что для меня это первый раз интересное испытание, потому что я никогда Pat McGrath палетками не пользовалась. И вы, между прочим, народ, настояли на то, чтобы я их купила. Кстати, сейчас на сайте Pat McGrath эти две палетки, которые я купила за 180 фунтов, они уже как бы получаются дешевле, потому что покупаешь вместе. Так она 120 стоила. Но сейчас они вместе две за 135. Там есть очень хорошая скидка сейчас на некоторые вещи. Посмотрите. patmcgrath.com. Кто может купить, кто не в России. Я сейчас должна, конечно, делать постоянно скидку на то, что очень многие не смогут покупать с поставкой в Россию. Вот, но тем не менее я видео буду продолжать делать. Так вот, сейчас мы сделаем свотчи, и я вам покажу. Я попробую сделать. Начнем вот с этого. Начнем вот с этих матовых. Они такие спокойные, я бы сказала. Но очень красивые. Уже даже матовые и то красивые. Вот я вам сначала вот эти покажу. Это здесь есть и сатиновые, и вы видите такой теплый коричневый. Вообще я вам скажу, очень мягкое качество. Очень мягкое качество. Вот этот вот шампейн. Ох. Чудесный. И цвета, которые, так сказать, продают эту палетку. Я считаю, что это вот этот триокромный, тройной. И такой же более интенсивный. Вторая палетка, она, конечно, более интенсивная. И вот это. Я вчера сижу, мажу это все. И так, о, о. Ричард говорит, ты в порядке? Тебе плохо? Я говорю, нет, не очень хорошо. Это вот, видите что? Это я сделаю здесь. Вот цвет какой. Золотой очень красивый тоже. Палетка шикарная. Вот этот металл, ух, ух, металлический, ух, ох, я не знаю, как это я буду еще какими другими палетками пользоваться теперь. Это вот правильно мне говорили. И вот, посмотрите, какой. Тут этот белый. Вот это все, что мы имеем здесь. Попробуем убрать волосы и сделать карандашом. Сейчас я хочу сделать карандашом, прокрасить линию, потому что когда я ее не делаю, мне очень трудно. Сейчас я вот этот. Вот сейчас я прокрашу. Нужно взять мягкий карандаш. И вот изнутри я прокрашиваю. Недавно только увидела опять свое видео. Кто-то написал комментарий. По-английски причем это было. Где прокрашиваю в отпуске года 4, наверное, назад уже. Нечаянно мазнула и получилось, что прокрасилась. Вот так вот. Закрываются глаза и карандашом просто прокрашиваются. Это как бы минимальный макияж, чтобы вообще было что-то видно где-то. Шарлотт Тилбери хороший карандаш. Я вам очень много покажу, что у меня за последний месяц понакупилось. Очень много было заказано до. Вся жизнь до и после. До 24 февраля. И
Просто не было никакого желания ничего делать. Абсолютно. Вот видите, уже что-то там обозначено. Значит, я сделаю, наверное, более такой спокойный. Я сейчас попробую. Возьмем сначала вот эту. Такая топ. Топ. Такой легкий, мягкий коричневый. Очень пигментный, очень сильный. Вот смотрите, чуть-чуть взяла на кисточку, вот стряхнула, уже это и пошло. Ну что, попробуем. Мне, конечно, интересно, как будет себя вести вот этот триохромный цвет. Это я уж просто делаю пока рамку, так скажем. Вот, ну как бы это основа. Он очень пигментный, вот этот пигмент этот очень сильный. Я хочу попробовать, может быть, вот комбинацию вот этих светлых цветов сделать. Давайте попробуем. Вообще это вот идеально на вот эти hollow eyes и так далее. Даже не знаю, глаза прям разбегаются. Кисточка, я не знаю, смысл есть вот это вот использовать кисточкой. Я думаю, что давайте попробуем вот так. О, вот этот цвет. Вы видите, что делается? Он действительно, ой. Он действительно, ой, девочки. Вот это да. Ричард вчера смотрел. Говорит, как она это сделала, говорит. Это же, говорит, вообще как что-то такое космическое. Это, говорит, не extraordinary. Это действительно экстраординарное. Вот тут вот хочешь ежедневный макияж, и как-то он ежедневный, не очень ежедневный, да, сразу. Но, с другой стороны, хорошо ходить на совещание. Потому что если что-нибудь говоришь, пусть они все вот просто пялятся вот так вот и слабеют. Глаза смотрят и ничего не понимают. Можно хоть что говорить. Очень красивый. Видите, как он? И розовый, и золотой. Шикарный. Шикарный цвет. Я больше даже не хочу ничего мазать, никакой другой. А с той палеткой, да. Я одну смотрю эту, Шарлотт Харткрофт. Она говорит, эти две палетки, это, говорит, вот на этой ты, говорит, женишься, а с той у тебя любовный роман. За эту, говорит, замуж уходишь? Да, за эту замуж уходишь, а с той любовный роман. Вот так. Наверное, так и есть. Их, конечно, интересно бы вдвоем. Ну и вот я попробую сейчас вот этот. Это я делала вот этот триохромный цвет. И вот сейчас вот этот белый возьму. Видите, он какой? Вот он на руке переливается больше. Ой. Ну, что я вам скажу? Давно надо было купить. Все, что я могу сказать. Я думаю, что мне ее хватит надолго. Очень много интересных других цветов там есть. Там есть, я не знаю, посмотрю, может быть, я куплю. Такая с голубым, с розовым вообще. Ух. Ну что, девушки, стоит вообще продолжать или нет? Потому что я в космосе уже, все с этим. Это, конечно, не для ежедневного. Это так, чтобы уж совсем просто улететь куда-то.
Похоже на Dior, вот которые у меня, помните, есть эти фары, я их называю, как фары. Это, конечно, уже такое космическое, это на какой-то там going out и так далее. То есть это на каждый день не особо. Вот, но вот это неправильно. Вот даже оно как-то и даже это вот не портит. Вот то, что даже если сюда, даже вот это розовое, оно не портит. Очень интересный. Очень интересный макияж. В смысле, сама концепция. Ох, вот этот мне очень нравится. Тут даже зеленый есть. Вот так вот, если отражать. А, тут и зеленый, и золотой, и розовый. Ой. Еще намажем. Девочки, кто может, купите, потому что это действительно нечто. Это что-то совсем другое. Такого у меня никогда не было. А вот с этой палеткой я, наверное, вообще просто чокнусь. Это Divine Rose 2, которая более такая интенсивная. В отпуск мы едем на Канар, я ее возьму. Обязательно. Потому что это что-то. Надо посмотреть, может быть, там мини какие-нибудь есть. У кого какие палетки есть из этой? Расскажите. Посмотрите, что. Вон какие цвета. Вон какие. Ну что, вот мой пробный. Скажем так, пробный макияж, потому что здесь можно, в общем-то, создавать очень большое количество всяких комбинаций. Я, как сказать, что увидела, что самое блестящее, то я намазала. Мне больше всего это понравилось. Сейчас я хочу маленькую эту кисточку найти и сделать немножко. Даже вот этот вот коричневый. Вот этот второй, вот этот. Он и тот такой сатиновый, он не матовый. Он, видите, какой? Ну что, Том Форд и Dior тоже. А я только Том Форд палетку купила еще одну на всякий случай. Вдруг, думаю, перестанут выпускать. Nude Deep. Но она очень хорошая. Она действительно, она шикарная на каждый день и все. Вот. Но здесь это тоже можно, в принципе, если очень-очень легко. Не знаю. В четверг пойду в офис. Сделаю очень легкую версию. И вам покажу. Сделаю, может быть, очень коротенькое такое-то видео из офиса. О, куда бы еще это за... Тебе плохо? Я говорю, нет, очень хорошо. Ну вот, причем быстро все. Так. Конечно, это нечто. Ну что, я сейчас доделаю свои ресницы и все. А, в этом самом подарке пришло, кстати, пришла вот такая штука для глаз подводка. Угу. Похоже на диорскую. Вот и тушь. С блестками такими, с блестяшками. Первое впечатление у меня очень, очень интересно. Мне очень это интересно. Сейчас тушь делаю. Ой, так пахнет приятно. Обалденные тени. Что-то я в штопор встала совсем. Кстати, вот этот двухкронные, которые двухкронные, они похожи на... Вот, они похожи на Хелену Рубинштейн. Она уже сделала вот по этому принципу, кстати. Патмаград не первая, у нее только первый трехкронные. Вот эти... Хелена Рубинштейн. Вот. Они, видите, тоже. Вот их, кстати, сюда можно. Что они такие голубенькие. Они мне тоже, они мне всегда очень нравились. Видите, я как их истерла сильно. Вот у меня двое таких. Одни вот эти с голубым, а вторая с таким темным. Вот эти вот белые. Вот они
Они, видите? Они такие, они помягче чуть-чуть, но... Вот, поэтому это тоже у кого есть, имейте в виду. Качество отличное. Ой, ну что? Что, девочки? Я сейчас доделаю ресницы. В растопырку сразу ресницы делает она. Ну, как хорошо. Вот нижние я не буду красить. Все, сейчас пойду вниз. Ричард сделал завтрак. Сейчас у меня муж выпадет в осадок. Ну вот и все. Ну вот это да. Надо посмотреть, что еще у нее там распродажи. Может быть, я куплю вот эти с голубым. Очень красивые они. Они очень мягко ложатся. Очень мягко. Вы видели, практически у меня работы тут нечего делать. Оно само делается. Вот, можно, конечно, это все растушевать и все, но вот я не знаю, как она сделала. Это гениальная женщина. Главное, что она родом из Носамптона, рядом с нами. 15 километров тут от нас. Но все приходит из Штатов. То есть вся, видимо, продакшн и производство все там. Молодец. И что мне понравилось, что раньше я ее помады вот эти, все это очень темное казалось. Я купила, у меня светлые еще остались. Есть еще. Помните, пару лет назад я даже делала видео. Часть из них я подарила. Они сейчас очень дешевые, у них там по 13 фунтов, что ли. Вообще они были 34 фунта. И сейчас она сделала розовые, светлые. Мне это нужно будет купить. Я даже не знаю, даже губы как-то уже... Вот, уже не важно. Потому что, конечно, все внимание будет на глаза. Ну что, девочки, говорите, кому как что. Нравится, не нравится. Я закрываю глаза, закрою, сейчас вам покажу просто конечный. Не знаю, как вам, но мне очень интересно. Ну что, будем мы пользоваться, девушка?